Да, Любушка, да. Нет, не уехал. Мне сегодня лично начальник охраны отчитывался на вокзале. Да, никто не уехал, троих задержали. Но нашего там не было. Да. Так что давай жди меня, дорогая, спускайся, я сейчас заеду. Вова, едем к Любе. Хорошо. Где здесь театр? Подскажу, деточка. Вот сейчас пойдешь прямо, угу. Дойдешь вон до того желтого здания, угу. И повернешь направо. Вон до того? Да, да. И направо. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Здравствуй, Надежда. Здравствуй, дорогая моя. Ну, как спала? Ой, плохо. Видно, погода меняется. Давление подскочило. И у меня в ушах бухало. Володя, поехали в театр. Ой. Да что ж такое? Сейчас, одну минуточку, Надежда Петровна. Опять карбюратор. А мне сегодня снова дом снился и Женя. Женя? Угу. Ничего, нормально. Нормально. Но ты так спрашиваешь, это же сон. Ну, если бы что-то плохое, ты бы сразу почувствовала. Тебе ведь всегда сны снятся, mm-hmm. в точку правильные. А мне ничего не снится. Не пишет ребенок-то наш? Нет, конечно. Не звонит, не пишет. 2 месяца. Вот так взяла бы ремень mm-hmm. и отлупила бы. Да где ж тут отлупишь? 25 лет. Взрослая уже. Володя! Давай быстрее, в театр опаздываем. Сейчас, одну минуточку. Послушай, а давай поедем к ней, а? На выходные. Может, пустит? Не хочу, Люба. Не хочу. Я у тебя позавтракаю, потом пойду на работу. Угу. Настроение паршивое, сил совсем нет. Ладно. Пить! Эй, молодежь! Вставайте! Вставайте, я вам говорю, пора! Вот наглецы! И так хозяйку места лишили. Пить. Ой, Саша, что ты кричишь? Сейчас. Бегу, несусь, спотыкаюсь, падаю. Сестра. Воды. Ты слышишь меня, Татьяна? Вставай. У нас репетиция через 40 минут. А его здесь бросим. Нет, не бросайте меня здесь. Я
не выношу одиночество. Возьмите меня с собой в театр. Ну, конечно. Ага, с нами. У нас репетиция, а ты будешь Татьяне рожи из зала корчить. Буду. Ну и она будет хохотать. Ну и пусть хохочет. Ну и зачем нам это? Таня, вставай, тебе говорят. Таня, вставай. Он, да он не дает. Таня, вставай, прошу тебя. Татьяна! Таня, вставай, я тебе говорю. Комнату спотыкается, падает, роняет чашку, разливает кофе и кричит: «Не, не о таком театре мы мечтали!» Ничего. А вот еще одна любопытная история. Встречаются два актера. Так, кофейничек. Катерина, если Басманов появится в театре, пришли его сюда. Так они давно уже здесь. Как? Ну, буфетной завтракают. С Полиной Аркадьевной, да. И Татьяной Вячеславовной. Ай, вечной путь. Замечательно, да? Пусть зайдет. А ты принеси еще одну чашку и кофейник другой. Давай быстрее. Слушаюсь, Надежда Петровна. Ой, Люба, что он о нас подумает? Скажет, с утра выпиваем. Спрячь. Знаешь, мы тоже кое-что о нем можем подумать. Тоже верно. У тебя газета с его портретом здесь? Да, здесь. А тебе зачем? Может понадобиться. Это твои девочки с ним сюсю-мусю. А я с ним по-мужски разговаривать буду. Мне, Люба, результат нужен. Ага. Мне нужно, чтобы он остался здесь. Давай, Басманов. Да. Вас к себе наш директор срочно вызывает. Вот накаркали. Ну вот, кажется, мне конец. Мне интересно, зачем она его вызывает? Представления не имею. Полина, пошли постоим под дверью. Таня, у нас репетиция. Ну, Полина. Таня, сказала нет, значит нет. Может, она о работе с ним хочет поговорить. Давай лучше фиги будем держать, что все получилось. Алло. Ленуш, ну как дела? Плохо. Не нашелся твой красавчик? Ты что, издеваешься? Давай, девочка, просыпайся. Пора заниматься творчеством. Рома, ты вообще нормальный? Какое творчество? То есть? Черт, ты понимаешь, как ты меня подставил? Скажи мне, какого лешего я тебе сдалась? Зачем ты мне врал, что твой человек Сашу ищет? Зачем весь этот спектакль, Рома, а? Ты богатый, знаменитый. Зачем я тебе сдалась? Скажи мне, пожалуйста, Ромочка. Так, девочка, это что, у тебя с утра истерика? Да, истерика. Ты понимаешь, что я накануне отъезда Инке сказала, что убила бы Басманова, так он мне надоел. И с Игорем роман крутила у всех на виду. Понимаешь, у нас нет детей, так что если он умрет, все достанется мне. Ну чем тебе не мотив для убийства? Все, точно, дело готово. Они пришлют за мной следователя, он начнет меня допрашивать. Ну и пусть, ты-то не виновата. Господи, да я от страха слова им сказать не смогу. И доказать ничего не смогу, понимаешь? И Инка мне сказала, что дает мне время только до утра, чтобы я нашла Сашу, а я его не нашла, понимаешь? Все, они точно там решат, что я его убила. Ленуш, придешь в себя, перезвони. Ha ha ha!
Ненавижу. Ненавижу вас всех. Если что-нибудь надо, позовете. Хорошо, спасибо. Тут Любовь Алексеевна переживала, что вы о нас не так подумаете. А я вот взяла на себя смелость предположить, что вы разделите с нами. Да, разделю с удовольствием. Более того, считаю, что это очень своевременно. Любовь Алексеевна говорила, что вы собирались уехать вчера. Да, вы знаете, даже билет купил. Но после спектакля... А спектакль мне страшно понравился. Он такой чистый, такой легкий, такой вдохновенный. После спектакля вы решили переброситься с режиссером мнениями, впечатлениями. Ну, вот так вот я опять опоздал на поезд. Да у нас очень хороший театр. Замечательный. Правда, очень. Просто отличный. Ну, вот и хорошо. Давайте за него. Александр Евгеньевич, я хочу вам сделать предложение. Ну, давайте. Вы, конечно, можете от него отказаться, но лучше было бы, если бы вы согласились. Отказать вам? А оставайтесь у нас в городе на месяц-другой. Работайте в театре, королем, звездой. Все для вас. Жилье любое, деньги любые. Да соглашайтесь. Это потрясающе. Я страшно вам благодарен, Надежда Петровна, но... А зачем я вам тут нужен? Не буду лукавить. Скажу. Для города престиж. Угу. Мой рейтинг в области возрастет. Гастроли организуем в Москве. Значит, я смогу из федерального бюджета для театра огромные субсидии получить. Угу. Это у вас в Москве событий много. А у нас тут, знаете, иногда и за год ничего не случается. Вот нынче мы каток построили, как в Москве. Мой рейтинг возрос сразу в два раза. Все в городе знают, что театр – это мое детище. А тут звезда. Да. Такого у нас еще не бывало. Значит, губернатор что-то может. Видите, я вам не вру. Говорю честно. Вы только не подумайте, что я хочу себя разрекламировать. Я вам предлагаю работу. Алло, транспортная милиция? Я вам вчера звонила. У меня муж пропал из поезда Москва и Екатеринбург. Ага. Так, рост 182, глаза карие, волосы темные. Нет-нет, ничего особенного. Не худой. Кого приезжать опознавать? Сколько? 14? Нет-нет-нет-нет, я боюсь. О, боже. А давайте я кого-нибудь пришлю. А я перезвоню. Мама дорогая, 14 трупов. Алло. Алло, Артур? Да. Прости, что я тебя беспокою, но мне очень нужна твоя помощь. В смысле? Ты не мог бы съездить со мной в морг на опознание? Нет-нет, послушай, я бы с радостью тебе помог, но у меня съемки. Давай завтра, а лучше на выходных, хорошо? Ладно, извини. Без обид только, ладно? Я поняла. Давай, пока. Пока. Не, Ксюх, ты представляешь, она вообще с катушек съехала.
Она хочет, чтобы я с ней прямо сейчас ехал в морг, а? Что это такое? Дурдом. Ну, мне тоже кажется. Ты давай повыше хохолок, а то в тот раз не очень хорошо получилось. Надежда Петровна, вся проблема заключается в том, что я занятой человек. Я практически не принадлежу самому себе. Я связан миллионом обязательств, договоров с миллионом людей. У меня концерты, шоу, антрепризы, киносъемки. Фигара тут, фигара там. Мне ужасно нравится ваш театр. Честно. Я бы очень бы хотел в нем поработать. Но не сейчас. У меня сейчас, знаете ли, такой сложный момент. Я виноват перед людьми, с которыми я работаю и живу. Я их подвел. Они сейчас, видимо, переживают, ищут меня. Поэтому мне надо обратно в Москву. И это вы называете правдой? Не понял. Да, что? Александр Евгеньевич, я опытная женщина, не надо кокетничать передо мной. Неужели вы появились в нашем городе случайно? И этому ничего не предшествовало? Ну, в общем, да. Небольшой семейный конфликт, после которого жена полетела на самолете, муж поехал на поезде. Но такое бывает в каждой семье. И все. Все? А что вы имеете в виду? Небольшой семейный конфликт. Ну? Я вот не понимаю, вы сейчас кого обманываете? Нас или себя? Надежда Петровна, теперь уже я вас не понимаю. Люба, дай газету. Пожалуйста. Мы пытались оградить вас от этой дурной новости. Вернее, от того, что теперь вся страна знает о вашем семейном конфликте. Ведь я поэтому предложила вам остаться месяц-другой у нас. Я надеюсь, вы расцениваете это как дружеское участие и желание уберечь вас от лишних конфликтов. Здесь мы вас в обиду не дадим. Но это же неправда. Это же какой-то бред какая-то. Какая-то утка. Извините. Александр Евгеньевич, подождите, Александр Евгеньевич! Встаньте от меня! Вы меня не узнаете! Я Вера! Вера? Ты что здесь делаешь? Просто никто не знает, где вы, понимаете? А там такое происходит, а я вас искала и нашла, понимаете? И я приехала к вам, чтобы помочь, если вы попали в беду. А ваша жена, она... Так это что, она тебя подослала? Да нет, что вы, я ее ненавижу. Я сказала, что отомщу ей за вас. Понятно, стало быть, все это правда. Что? Про роман. Правда, но вы не расстраивайтесь. Она вас все равно никогда не любила. Спасибо. Спасибо, утешила. Ладно, все, давай. Исчезни. Ну как вы не понимаете? Я единственная, кто вас искала. Кому не все равно, живы вы или нет. Вас никто не искал. Вы никому не нужны, кроме меня. Я вас люблю, понимаете? Я вас люблю. Ну кого ты любишь, дурочка? Что за сексуальная фантазия бурлит у тебя в голове? Тебе нужен мальчик какой-нибудь, а не бегать за мной. Мне не нужна твоя любовь, пойми ты. Это же все бред сивой кобылы! И оставь ты меня в покое! Исчезни ты из моей жизни! Уйди, тебе говорят! Да как вам не стыдно? А мне теперь ничего не стыдно. Давай, дуй к моей жене. Скажи ей, что я больше ей мешать не буду. Пусть что хочет, то и делает. Меня больше нет, понимаешь? Нет меня! Кончился я, все! Забудьте! А я думала, вы другой. Ха-ха-ха.
Это все Надежда виновата. Она ему газету показала. Ужасная. Ужасная женщина. Правильно сделала. Тетя Лиля. А что, кошке хвост по кусочку резать? Да меня другое волнует. С его появлением в театре дурдом. Это вообще не работоспособно. А сегодняшняя репетиция – это аттракцион не для слабонервных. Слушайте, может, отправим его вечерним поездом в Москву? Да? А что тебе Любовь Алексеевна скажет, когда узнает, что ты своими руками звезду в поезд засадила? Об этом лучше не думать. Ну вот. Но ведет он себя не по-мужски. Тань, ну ты прости, конечно. Ну что это такое? Увидел газету, напился, к тете Лиле пришел жаловаться. Детский сад, честное слово. Как идет, девочки, так идет. Это наш не первый принц и не последний. Тетя Лиль, ну я вас прошу, Таню пожалеете? Таня актриса, ей полезны переживания. Привет. Привет. Отчет своего этого не позвала. А у него съемка. А, понятно. Ну что тебе понятно? Нашел время и место отношения выяснять. Да нет, просто интересно, почему ты спишь с ним, а когда тебе нужна помощь, звонишь мне. Блин, Игорь, а я должна хранить тебе верность? Между прочим, ты женат, ты в курсе? Ты мне со своей женой по ночам хранишь верность, а? Ради тебя я мог бы развестись. Ничего ты не можешь. Разговоры одни. Разведется он. У меня есть коньяк, хочешь? Нет, я за рулем. Пойдем, у меня времени мало. Жену обещал к сестре отвезти. Вот так все время. Мы с женой решили, мы с женой поедем, у моей жены аллергия. Разведется он. Ладно, пойдем. Господи, как страшно. А это еще кто? Алло. Елена Борисовна. Это Вера. Здравствуйте. Вера? Какая Вера? Я администратор сайта вашего мужа. Я хотела вас попросить прощения. Я считала, что это вы злая, а на самом деле это он злой. Значит так, Вера, мне сейчас не до твоей ерунды. Печатай на своем сайте некролог и закрывай его к чертовой бабушке. Почему? Да потому что я в морге. Зачем? Иду опознавать труп твоего любимого артиста. Все, мне не до тебя. Давай. Господи, вот дура какая. Алло. Алло, Елена Борисовна, не бросайте трубку. Вы имеете в виду Александра Евгеньевича? Да. Так он жив, он здесь. Где здесь? У тебя? Да нет, в Николаевске. Это 500 километров от Москвы. Я его здесь нашла, он жив, но я разочаровалась в нем как в человеке. А скажи, с ним все в порядке? Да. Но он уже видел газету, у него истерика. Он собирается в Москву? Не знаю, поезд только ночью. Слушай, задержи его там. Не нужно, чтобы он со своей истерикой приперся сюда. Мне нужно с ним поговорить до этого. Потому что здесь в него вцепятся журналисты. Он такого наговорит, что мы вовек не отмоемся. Да, у тебя есть деньги? Оставайся там, сними гостиницу, а я сейчас сажусь в машину и еду. Дождись меня, пожалуйста, я буду звонить. Все, Верочка, ты молодец, ты умница. Спасибо тебе огромное, ты меня спасла. Я буду вас ждать на вокзале. Спасибо, я тебе позвоню. Да, и не скажи, что мы его нашли. И пусть она мне больше не звонит, и видеть я ее больше не хочу. Саша,
Саша, тебе ничего не надо? Нет, все нормально. Иди репетируй, иди работай. О, Танюш, давай поднимайся, заряжайся туда за кулисы и по звоночку выйдешь, хорошо? Доброе утро, Александр Евгеньевич. Здравствуйте. Сидите, очень рада, что вы здесь. Да, я тоже. Что-то неважно себя чувствую, горло приболело. Пришел вот посмотреть, я эту пьесу хорошо знаю. А, ну, если нужно режиссеру помочь что-нибудь, так вы подскажите, будем очень рады. Да. После репетиции загляните ко мне, побеседуем, хорошо? Да, непременно. Спасибо. Поехали! Дорогой Франсуа, у тебя была дверь открыта. Так, стоп, секундочку, Таня. Ты сейчас откуда вышла? И куда? Как откуда? Ты сейчас вышла из кулисы на сцену. А надо как? Надо с лестницы в квартиру. То есть, понимаешь, ты поднялась на один этаж. Ты открыла дверь, ты звонила, ты врешь. Он назвал тебя безумной. И ничего мы этого не видим. Правильно я говорю? Мы только начали разводить эту пьесу. И тем не менее, это маленькая неправда. Тогда, может, вы попробуете провести репетицию, я посижу, поучусь. Ну, я же не режиссер, я просто делюсь своим опытом по мере сил. Начали! Я войду еще раз, да? Ну, естественно! Леша, реплику. Дорогой Франсуа, у тебя дверь была открыта. Я надеюсь, ты меня ждал? Нет. Я просто хотел побыть один. Да? Тогда что здесь делает хозяйка пансиона? Я смотрю, как низко пали нравы моих постояльцев. Фу, зачем же так пафосно, господи? Это же французский водевиль, они же две потаскушки, которые борются за молоденького мальчика. Тут все так просто. Ну что вы, ей-богу, какой-то малый театр тут развели. А? Проще, все га... Ну что, где он? В театре. Здесь есть театр? Обалдеть. Садись, поехали. Он срывает репетицию. А главная Любовь Алексеевна, он пьет. И пьет всерьез. Это он поначалу держался, а сейчас пошло-поехало. Поверьте мне, я после своего последнего мужа их брата заверстучую. Полиночка, я уже все это поняла. Ну что делать? Это обычная русская беда, а тем более у артистов. Ну ведь поработать с ним, это была твоя идея. Губернатор ее поддержала. Так может прекратить мою инициативу, пока не поздно? Потому что потом будет еще хуже, я вас уверяю. Ну а как ты хотела? Звезда из столицы, с гонором. Надо быть с ним аккуратнее. Поласковее, поженственнее. Ну, сегодня я с ним поговорю, завтра ты. Нет уж, увольте. Надежда Петровна, если надо. Главное, он у нас остался. Сегодня он с похмелья, а завтра мы ему пить не дадим. Угу. Не дадим, в баньку повезем. Полинушка, ну успокойся, все уладится. Любовь Алексеевна, посмотрите, кто это, а? Вера, ну что ты копаешься, господи? Быстрее, можно? Ну, я зацепилась за что-то. Лицо знакомое. Стоп. А эту я, кажется, уже видела. Около театра. А ночь на Басманова так странно смотрела. А это кто с ней? Это же жена его. Да ты что? У вас газета есть? Да, в верхнем ящике, в столе.
Да не здесь, не здесь. Черт, где? В столе. Ага. Она. Это точно она. Любовь Алексеевна, что делать? Слушай, а это, по-моему, с фотоаппаратом даже. Сейчас нас снимают всякую гадость. Потом напечатают, мы же до конца дней своих не отмоемся. До вечера будет закрыто. И что? Они здесь спектакли играют? Да, я вчера ходила. Ну как? Нормально. Да. А он-то здесь что делает? Честно сказать? Ну? У него роман. С актрисой. Она вчера в спектакле играла. Молодая? Да ну нет, вашего возраста. Убила бы тебя. Но прощаю. Алло, вахта. Любовь Алексеевна. Никого в театр не пускать. Никого. Стоять насмерть. Понятно? Все. Но Басманов, Басманов, с ним что делать? Куда его? Так, сейчас. К отопительному сезону мы подготовились. Отремонтировали две котельни и завезли дополнительно вагон угля. Но необходимо финансирование. А ты мне смету подготовил? Извините, вечером будет у вас на столе. Обязательно. Извините. Да, слушаю. Любушка. Ах, вот так. Да. Да, все правильно. Правильно. Водитель знает, куда везти. Нет, Люба, ты ей сама позвони, она тебе не откажет. Да, давай, я буду ждать. Перезвони мне. Давай. Фу. О чем это мы? Смета. Смета. Пойдемте. Через 20 минут я присоединюсь к вам. Ой, аккуратненько, аккуратненько. Осторожненько. Держи. Осторожно, аккуратно. Спокойно, спокойно. Так. Все нормально. Спокойно. Хорошо, хорошо. Все нормально. Так, вези его к Жене, я отправила СМС, она вас будет ждать. Хорошо. Мигом, да? Роман у него. Но с другой стороны, хорошо. Мне мешать не будет. Но у вас там тоже роман. Да что ты понимаешь в романах? У тебя парень-то есть? Я. А ты поменьше за компьютером сиди и больше гуляй. А то бледная как и одета как солдат. Ты приходи ко мне в Москве, я тебе вещи отдам, которые не ношу. Спасибо. Если вы нас не пускаете, так позовите кого-нибудь. Администратора, в конце концов, в деревне какая-то. Не велено. У вас театр или военный объект? Что вы здесь устраиваете? Я приехала из Москвы. Ну это же вы устраиваете. Вот я сейчас позвоню в милицию. И вообще, не знаю я никакой Москвы. Что за шум? О, слава богу. Вы кто? Администратор? Я директор театра. А вы разрешите спросить, кто? Я Елена Соколова, жена Александра Басманова. Я приехала из Москвы. Очень приятно. Чем могу быть полезна? Мне сказали, что мой муж здесь. Кто вам сказал? Я! Вы? Это мой секретарь. Да, я секретарь. Еще журналистка. И я видела, как утром Басманов зашел в театр. Это ошибка. Он был здесь 2 дня назад. Но, насколько я знаю, вчера ночью он уехал в Москву. Это неправда. Он здесь. Ну что ж, пойдемте поищем. Вы, журналисты, знаете все гораздо лучше нас. Угу. Вера, за мной. Пожалуйста, прошу вас. Полиночка Аркадьевна, извините. Здравствуйте, Любовь Алексеевна. Здравствуйте. К нам гости из Москвы. Очень хорошо. Добро пожаловать. Господа, у нас гости из Москвы. Ой. Здравствуйте. Надо же, мне почему-то очень знакомо ваше лицо. Так, понятно. Вы его спрятали. А кого, простите? Моего мужа. Какого именно из ваших мужей? По крайней мере, я теперь знаю, что он жив. Да он жив, здоров, в прекрасной форме, бодр духом и вчера уехал в Москву. Ну, ладно. До свидания. А, счастливого пути. Пошли, Вера. Подожди, Вера. А знаете, тетеньки,
Я сама была такой же дурой. Он обаятельный, как дьявол. Только вы с ним еще такого горя хлебнете. Вспомните меня. Он сорвал наши гастроли. 3 спектакля в Екатеринбурге. В зале на 1500 человек. Вы же артисты. Вы должны понимать, что это такое. А хотите знать правду? Среди тех, с кем он общается, только женщины. Потому что женщинами он умеет манипулировать и использует каждую из нас по назначению. А если вы этого еще не поняли, то счастливого вам творческого процесса. Угу. Пошли, Вера. Подожди, Вера. Только имейте в виду, у него каждый день истерики. Он не может запомнить ни строчки нового текста. А если вы начнете его критиковать, то он уйдет в запой. Удачи, девочки. Пошли, Вера. Дуры! Вера, садись, поехали. Значит, пока звезды нет, слава богу, можно спокойно поработать. Так, Татьяна, иди умывайся. У нас всего час до начала монтировки декораций. Хорошо. Ну и где твой обед? Я не понял, лес кругом. Куда мы едем? На дачу. На какую дачу? Секундочку, мы так не договаривались. Все, давай. Вези меня в Москву. Мы и так уже полдороги проехали. А зачем вам в Москву-то? Мне надо. Разобраться надо. У меня термос есть. Может, заехать куда-нибудь кипятка попросить? И откуда ты взялась такая, военный ребенок? Поехали скорее, мне надо к Роме. Все. Все, что он говорил, было абсолютной правдой. Ему надо верить. А я его обидела. А он такой, что может и не простить. Вас простит. Ну ладно, он молодой. Ну и что, я был бы против? Нет вопросов. Больно надо. Она мне самому уже, знаешь где? Ну зачем же надо было за спиной? Ты приди, скажи откровенно. Да, дела. И давно у них это началось? А я откуда знаю? Я вообще ни сном, ни духом. А может, она уже с ним не первый год гуляет? А это не твое дело. Дай мне телефон. Какой? Твой телефон, мне надо с ней поговорить. Номер какой-то не московский. Алло. Ну что, захотелось молодого комиссарского тела, да? Старое уже не греет. Кто это? Кто? Слышишь, она еще спрашивает, кто? А это я, Леночка. Муж твой рогатенький. Саша? Саша, ты где? Алло, Саша? Саша, ты где? Что где? А какая тебе разница? А? Саша, ты с какого телефона звонишь? А ты че? Ты че слушаешь? А ну иди, останови, говорю. А с какого надо, с такого и звоню. Ты знаешь, что ты гастроли сорвал? Знаю. Прочитал в газетах. Мы такое пережили. Думали, что с тобой случилось что-то. Я вчера в морг ездила на опознание. Ну и как? Опознала? Да, опознала. Сегодня в театре, когда эти дуры тебя спрятали. В каком театре?
Где ты прятался, когда узнал, что я приехала? В туалете? Смелый поступок, ничего не скажешь. Куда ты приехала? В Николаевск. За тобой на машине. А зачем ты приехала? Тебя кто просил, а? Поговорить с тобой хотела, как с человеком. Как с человеком уже не получится, Леночка. Я же лось, понимаешь? Лена, а я уж давно рогатенький. Давно. Ты правду говоришь или врешь? Я вру? Нет, мой дорогой, я не вру. О твоих рогах всем известно. Только ты же звезда, ты же не заметишь. Ну ладно, все. Тычка моя. Теперь можешь все. Спать с кем угодно, я тебе мешать не буду. Чертовой матери! Ты что? Ты что делаешь? Все, достал ты меня. Ну что ж ты делаешь? Ну это же мой телефон, мне его губернаторша подарила. Она тебе новый купит. Все, поехали, губернаторша. Я ее обрадую. Пусть дает мне дом. Остаюсь здесь. Поехали. Навсегда. Все! Вперед! Ну что у него с телефоном? Выключил он его, что ли? Водитель без телефона. Приехали. Выходим. Давай, давай. Осторожненько. Держись. Тихонечко, тихонечко. Вот так. Нет, вот так. О. Женя! Женя, открой!